Так, парни, давайте быстренько-быстренько. Оперативно делаем посадочку. Оп. О, я залез, тихо. Остался смоук. Я накинул себе. Тихо. У меня открывается здесь отличный вид. Я одного убил, тихо. Тут еще в смоках. Здорово, братан. Они не понимают, откуда я стреляю. Так, я сделал минус 3, все нормально, пацаны. Он в пунте уже. Тихо. Не палимся. Он к тебе сейчас пойдет, он снизу будет сейчас. Здорово, братишка. И последний был на, не знаю, где сейчас. Он ушел сам куда-то. Бля! Сука, просто минус 5, бля. Нож за 5 рублей? Думаешь, ты попал в сказку? Ты прав, это сайт easydrop.ru. Здесь ты сможешь получить не только нож за 5 рублей, но и АВП «История о драконе». Также ты можешь создать свой кейс и зарабатывать на нем 10% от стоимости с каждого открытия. Ежедневные конкурсы, скидки на кейсы, контракты и более 100 тысяч отзывов на ютубе. Все это ждет тебя на сайте easydrop.ru. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! А вот и подъехал новый долгожданный ролик с нереальными подсадками. Мы с ребятами очень постарались над ним, поэтому не забудьте поддержать видосик лайком. Давайте наберем 20 тысяч лайков, и мы с удовольствием сделаем для вас новый выпуск с жесткими подсадками. Ну а сейчас всем желаю приятного просмотра, а мы начинаем! Давай, Владос, делаем подсадочку быстренько! Оп! Я на крыше, отлично. Сейчас им скину бомбу на приманочку. О, отлично, приманочка на месте. Осталось их дождаться. Ой, со спины идут. У них проблемы. Пускай проходят, я их убью. О, тихо. Тут вся команда, выручаю, братан. Последнего не могу убить, сорян, я его не вижу. Еще бегут смейли. Еще, да, слышу. Тихо. Зелень идет, близко ко мне. Меня запалили! Тихо! Зелень у вас! Где он? Я его не вижу! Он за ножом бежит! Я его вижу! Я его вижу! Спрыгаю! Бля! Сука! Спрыгнул такой, блядь, ассасин с крыши! Так, Марат, что у тебя там происходит? Смотри, видишь, вот у меня 100 хп, да? Ну? Смотри, сейчас отсюда упаду, и у меня будет 100 хп. Ну-ка, подожди, дай я попробую упасть. Так, давайте, пацаны, быстренько, оперативно делаем. Давайте. Я здесь, отлично. Так, я залезаю. Бегут уже. Еще одна. Так, давайте, парни, быстренько делаем буст. Давайте. Так, проходи, давай. Отлично. Я залез, давай, Владос. Осталось только тебе запрыгнуть. Не подведи. Давай, Владос. Опа. Я как бы... Оп, отлично. Вышел один. Так, разберитесь там с ним, отлично. Так. У меня одного я убил. Еще жду. Что-то они пока что ссыкуются идти. Ой, да что было такое? Ах ты ублюдок! Убить меня хотел в крысу. Ну что, они пойдут или нет? Еще одного убил. Главное, все из этого места выходят. Где последний-то? А он тоже скоро придет. Он мне звонил. Звонил, блядь. Тебя, походу, наебали. Да не, жди. Сейчас будет, я тебе говорю. Чё-то как-то он не пришел. Братан, как дела? Так, Владос, давай. Быстренько делаем подсадку. Оп. Отлично, я на месте. Хорошо. Я пошел отсюда. Давай. Я буду ждать противников с заложниками. Я надеюсь, что они сюда пройдут. Так, взяли Должник заложника. Взяли. Вижу. Идут. Идет. Тихо. Я один остался. Нихуя. Братишка, ты куда думал пройти? Не сегодня. Так, осталось других дождаться. Братаны, смотрите, заложник, забирайте. Вот это жестко он влетел, сейчас опасно было. Прилег своим братишкам. Нифига там куча такая красивая. Так, а где последний-то? А окна, ух ты, нихуя!
Ух ты, бля! Братан, успокойся! Не надо простреливать, нет! Нет, братишка, не простреливай! Последней секунде просто. Ну все, блядь, ты давай ебался, блядь, прострельщик. Я сейчас тебя убью, блядь. Так, ребята, кто хочет на экскурсию? Экскурсия называется «Имбовые прострелы». Ого, это что-то где-то слышал. Давай, это бесплатно? Это бесплатно, за мной, главное, ребята. Ну давай, если бесплатно, я готов посмотреть на халяву. Я видел, о вас в журнале писали это. Вы были, да? Это я, да. Имбовый прострельщик? Имбовый прострельщик, 228. Не забывайте. Ладно. Берете, садитесь тут. И хуярите. Ой, точнее, ага. Стреляйте. Ага, еще, ну это что, показывай. Это часть программы, да? Да-да-да, это там... Когда, блядь, показал имбовые прострелы, блядь, сдох сам. Давайте, парни, делаем супер посадочку. Давайте, быстрее, пока противники не пришли. Давай. Я полетел, давайте. Опа, я на месте, здорово. Я на месте, отлично. Так, осталось дождаться противников. Пацаны, привлеките их сюда. Привлеките их сюда, попробуй. Вот, один. Близко. Это бот, походу. Тихо. Они там тут. Двое. Это боты. Что это под тобой где-то, Влад? Тихо. Ну-ка, отойди туда, стреляй. А, прям подо мной, прям подо мной. Бля, я ботя обосрался сейчас. Пацаны, вы где? А, он идет, блин. Сейчас поймаю. Ну, тихо. Два там, по-моему. Убил. Еще один должен быть. Где он? В тоннелях он. Ну ладно, вас что ли убью. Эйс! Изи! Так, ребята, нужно обсудить стратегию. Я слышу то, что противники на базе. Давайте, ребята, вылетаем за противниками. Все, идем их ломать. Где они там? А, вот они где. А их нету уже, блядь. Мы сходили, блядь. Давайте, пацаны, делаем посадочку. Так, полетели. Оп! Я на столбе. Я упал. Давайте, быстрее ко мне. Смертельные ранбусты, давай. Давайте, у вас получится. Идиоты, блядь! Вам с надставок, блядь! Дебилы, блядь! Давайте, парни, я вас верю. Марат, отлично, Марат долетел. Так, Владос, давай, я тебя жду. Сейчас будет мой черед. Так, Марат, лови меня. Я лечу. Давай. Оп! Я здесь, давай, запрыгивай. Давай. Испугался. Давай, подпрыгну и... Оп, я запрыгнул, отлично, давайте. Пацаны, забирайте заложника, несите сюда. О, вижу одного. Двоих вижу. Хорош. Одного убил. Братишка, привет. Я еще и прострелом его убил. Ну, осталось еще троих, в принципе, дождаться. Где они там были? Двое были в комнатке, один вдали там у двери. В комнатке, говорите? Ну, да. Сейчас прострелим. Блять, заложника. Сука, почему не противника? Сейчас все будет, пацаны, не ссыте. Подсадка, блядь, для прострелов. Что ж, надеюсь, видео вам понравилось и нам удалось поднять вам настроение. Если это так, то не забудь поставить лайк под видео. И про подписку не забывай. Кстати, хочу сказать отдельное спасибо каналам Twig и HeyStop за найденные подсадки. Ссылки на их каналы будут в описании. Также хочу порекомендовать вам наш прошлый ролик нереальных подсадок на новых картах. Он получился не менее забавным. Для того, чтобы его посмотреть, просто нажмите на аннотацию в левой части экрана. Ну что ж, а с вами был Мургеймс, всем удачи и до скорых встреч!